Была ли в Плёсе монгольская перепись населения? Ответ на этот вопрос постарается найти Шуйская археологическая экспедиция при поддержке регионального отделения Русского географического общества. Провести полноценные научные исследования планируют на Соборной горе в следующем году. Радиоуглеродный анализ находок, сделанных в Плёсе за рекой Шоханкой, показал, артефакты относятся к домонгольскому периоду. Специалисты датируют их 1258 годом. С этим годом связан сильный пожар в Плёсе, то есть в средневековом Плёсе, в ходе которого какая-то вот часть Плёса просто перестала существовать. И, то есть, ну, и в связи с этим, конечно, хотелось бы вот, ну, то есть выяснить, что же это было такое, потому что именно к этому же времени относятся коллективные захоронения в Ярославле, которые были исследованы. То есть это вот те волнения, которые были в Ярославле против переписи, монголо-татарской переписи населения.